Привет, друзья! Сегодня мы приехали в ресторан Red Lobster. Это такой семейный, любимый американский ресторан. Кто любит морскую кухню, вот, пожалуйста. Этому ресторану уже больше 50 лет, по-моему, в 68 году его организовали. Стандартный, недорогой, бюджетный ресторан. Приехать пообедать с семьей, с друзьями. Вот, собственно говоря, что мы сейчас сделаем, и покажем, что там все-таки дается, сколько это стоит. Ну и вообще, Red Lobster. Вот такие лобстеры. И сегодня их мало. Куда все подевались? Короче, друзья, вот мы расположились. Вот нам дали меню. Детское меню. Вот такие вот цены на детское меню. Где-то 6,5 долларов без налога. На всякие чикены, макароны, попкорн, шримп, креветки. И 250 калорий. Видите, в раздаже написано, сколько вы съедите калорий, потребите. Так, а это у нас меню для взрослых. Помимо того, что в первой части идут всякие напитки, которые нас сегодня мало интересуют. Вот видите, если смотреть всего лобстера, то вот 35,49. Вот сейчас не сезон, и лобстеры очень дорогие. Летом это все гораздо дешевле. Цены 29,49. Салат из лобстеров, креветок, рыбы. Сейчас мы идем до гриля. И вот он гриль. Хвост лобстера 12,49 один, а мы возьмем его приготовленный с сайдами, со всеми делами. Сейчас посмотрим. Ну вот, друзья, нам принесли закуски. Вот такие вот. Это кальмары, это креветки, это хлеб, а это мой кофе. И мы ждем основного меню. Основные блюда — это, конечно же, стейк с лобстером. И еще раз стейк с лобстером. Ну вот, принесли салат, и все никак нам не принесут основные блюда. Вот такие салаты. Я надеюсь, что это соус 1000 островов. Ну вот, наконец-то я дождался, и сейчас я съем. Вот, друзья, вот такое вот блюдо. Посмотрите. А, это хвост лобстера, а это стейк, и вот всякие сайды, и картофель. И что это у нас такое? Зеленый бобы какие-то. А это вот картофель запеченный со стейком и с креветками. И что в итоге нам это вышло? Поход в ресторан на 4 человека, двое детей, вот таких вот мелких перцев. В этот ресторан Red Lobster и двое взрослых людей обошлось нам 88 долларов плюс чаевые. Теперь вы знаете, сколько стоит сходить в ресторан в Америке. Пап, мне жалко лобстера, который ты съел. Мне тоже его жалко. Ты не представляешь, как мне его жалко. Он был вкусный. Но мне очень его жалко, чем-то есть.